Еще два летальных случая от COVID-19 зарегистрировано в Атырауской области. От коронавирусной инфекции скончались две женщины города Атырау 1947 и 1980 годов рождения. 40-летняя жительница пригородного села Таскала 8 июня обратилась в медучреждение с жалобами на общую слабость, сухой частый кашель, отсутствие аппетита, тошноту, неоднократную рвоту. После чего она оперативно была госпитализирована в провизорный стационар Атырауской областной больницы. По алгоритму пациентка прошла ПЦР-тест, который показал положительный результат. Также врачи диагностировали у пациентки двусторонние изменения в легких в виде матового стекла. При поступлении состояние женщины оценивалось как средней тяжести за счет симптомов общей интоксикации. В отделении были проведены лечебные мероприятия согласно клиническому протоколу. Вечером 17 июня состояние пациентки резко ухудшилось. Она потеряла сознание и была срочно переведена в реанимационное отделение. Реанимационные мероприятия проводились в течение 30 минут. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентку. Однако в 21:30 была констатирована биологическая смерть. Вторая скончавшаяся 73-летняя жительница города Атырау 12 июня поступила из провизорного стационара Атырауской областной больницы в реанимационное отделение. При переводе была подключена к аппарату ИВЛ, находилась в коматозном состоянии. Состояние больной при поступлении в областную больницу номер 2 было крайне тяжелым. По телефону неоднократно проводились консультации реаниматологом, пульмонологом Республиканского ситуационного центра. Несмотря на проведенные мероприятия, 17 июня в 20:40 была констатирована биологическая смерть.